Привет. У меня сегодня прогулка по Новому Свету. Я пройду по тропе Голицына, по Можжевеловой роще и проведу вас по тропинке, по которой еще ни разу вас не водил. Вот. Погода сегодня пасмурная, но очень теплая. Градусов 17, наверное. Я в курточке, в легкой и в футболке. Вот. Сегодня шторм. Покажу вам сейчас, что за шторм. Говорят, волны большие. Посмотрим. Охренеть, сегодня волны, конечно. И водичка-то чистая все равно такая. Ну, относительно. Волны идет хорошая. Прямо с заворотом круто так. Так, я в ту сторону направляюсь. Кстати, кафешки открыты, интересно так. В Судаке все закрыто, а в Новом Свете кафешки работают, когда переменная. Ладно, потопал. О, круть какая. Сейчас тропинки еще, наверное, лучшие виды будут. Вот это да. Вот начало тропы Голицына. Интересная тропочка. С этого конца еще, по-моему, не ходил я никогда. Посмотреть на шторм интересно с нее. Ну, такие волны, как будто только у берега. Дальше что-то, не знаю, есть, нету. Посмотрим сейчас. Когда первый раз в Крыму был или второй, вот к этому домику тропинка вела такая подвесная. То есть ходить на него можно было. И сейчас уже давно, видимо, это не работает. Водичка такая прикольная сегодня. Гора Сокол. Немножечко пройдусь, поснимаю по ходу. Хоть телефон уже у меня старый, без стабилизации, но все-таки места такие, которые поснимать охота. Вон Судак, мы с ним миганом. Грот Голицына. Тут Федька Шалябин песни пел. Со всех сторон покажу этот грот, потому что он со всех сторон выглядит неплохо. Вон по той тропке я только что шел. Это гора Орел, на которую я уже залазил. Шторм, конечно, сегодня сумасшедший. Но бывает и посильнее. Еще один вид на миллион. Ущелье такое небольшое. Вот. Отошел немножко от грота. Блин, виды, конечно, завораживающие. Народу почти никого нет. Маленько совсем. И сегодня очень тепло. Несмотря на шторм. Я вам даже куртку снял. Красота какая. Куртку снял, потому что жарко. Жарко. Вот чуть-чуть в горочку пошел, сразу стало жарковато. Вот так. Вот такая вот тут скромная беседочка стоит. Обзорная площадка получается. Вот. И такие виды с нее открываются. А сегодня из каждого утюга нам вещают, что какой-то атас с природой, с погодой. Вот. Типа ливни, ветер, чуть ли не снег там. В общем, в горы, в море не выходим по совету МЧСников. Но я вышел на улицу и вообще пошел
сначала в судаке на море просто прогуляться по набережной вышел. Самое печальное, если МТС, говорю, МЧС. Самое прикольное, если МЧС не наврали и реально какой-нибудь ураган сейчас начнется. А тут скрыться вообще, в принципе, некуда. Только если какую-нибудь пещерку можно найти. Но я вот здесь ни одной не знаю. Так что будем посмотреть. Пока все круто. Погода позволяет. Вода какая. Синяя-синяя. Аж зеленая. Мыскапчик на горизонте у нас тут появляется. Вот тоже вид приколдесный, конечно. О, волна идет хорошая. Ох, там наяривает, как Серега Иванцов на балалайке. Мощно, быстро, четко. Да. Ну красота, че. Красота. Одним словом. Вот к такой вот беседочке спустился. Решил посмотреть на море вблизи. Буду ловить 9-й вал. Давай, формируйся. Вот это хорош идет. Смотрите. Охренеть просто. Как это развидеть, а? Замечательно, просто великолепно. Если что, люди здесь купаются летом. Здесь типа пляж. Я вообще не понимаю, как на таких камнях можно отдыхать здоровенно. Тут же ходить невозможно вообще. Красиво идет. Красиво, вообще не могу. О, почти до меня дошла. Просто фарш. Остался бы от человека. Хорошо, сука! Охренеть, сегодня и на капчике никого даже нет. Думал на царский пляж спуститься и искупаться, но видите, какая фигня. Волны небольшие, но мерзкие. И водичка грязная. Поэтому сегодня нет. Так, я сейчас туда пойду. Вот прям куда сейчас смотрит камера, туда и пойду. Рыбак там даже стоит. Сейчас я... Как оно? Можжевелова роща. Пора бы уже запомнить, Дима. Нахожусь в ней, и сегодня то ли из-за того, что так тепло и сыро, то ли из-за чего-то другого. Прям очень вкусно пахнет, как летом прямо. Этим можжевельником. А он полезный. Я хожу, нюхаю. О, смотрите, кто сидит. Какой. Ну, ты же взрослый кот, ведешь себя как маленький. Все, пока. Помаши лапкой. Так, получается, оттуда я пришел. Это спуск к царскому пляжу. Это вот тропинка, по которой я уже ходил. А по этой я ходил, но еще вам не показывал тут. Сейчас вот туда сегодня и пойду. Пейзаж такой, как из какой-то скандинавской сказки. Такие горы, камни на лужайке валяются. Вот. А тут еще кактусы растут. Они отцвели уже. Но когда в первый раз здесь был, они с такими с красными пимпами были. Сейчас тоже иногда попадаются. Но уже такие жухлые. Вот такие вот пироги. Вон там целая поляна с кактусами растет. Не пойду уже. Вот такой вот можжевельник на пути встретился. 1000 лет, более даже. Считаться большим. Они вообще, по-моему, растут, можжевельники, до 600 лет. А вот этот вообще дал всем копоти. И вот такая штука вымахала. Большой. Ну что, новый свет как на ладони.
только за деревом. Зато на мыс Капчик открывался шикарный, потрясающий вид, ребята. Немножко видно даже морю, ну, бухту вот эту царскую. А я-то двигаюсь туда дальше. Дорога нетрудная. Ну вот, собственно, за этим я сюда и пришел. За этими вот видами. Хопля. Круто, да? Блин, камни скользкие, ой-ой-ой. Тут высоко. Вот. Шикарный вид, ребятушки. Вон вершина этого. Забыл, как называется, короче, высшая точка в Судаке. Перчем, блин, вот как. Туда я уже хаживал, даже видос выкладывал. Такая долина прикольная. Село веселое. Сейчас вон туда еще поднимусь кверху. И там виды еще покруче будут. Ну вот, на верхнюю точку залез, куда собирался пойти. Скажите, что плохо. Сегодня бы еще солнышко, вообще бы шикарно смотрелось, конечно. Вон сокол. Сейчас вот на краешек подойду, иду плавно, как кот. Так, к черту плавность. Иду, как умею. Вот такие вот тут скалы, обрывчики. Смотрите, как прикольно. Раз. Где моя нога? Вот она. И туда. Фью. Вот такой я смельчак, по сути. Сегодня, поскольку у меня поход спонтанный получился, я не взял с собой ровным счетом ничего. Ни воды, ни еды. Пофиг на еду, но пить захотелось. Какая прикольная полянка попалась. Ну и что, это финал, скорее всего, сегодняшнего небольшого похода спонтанного. Еще раз окинуть зорким взглядом долину. Вообще округу. Место хорошее, место рекомендую к посещению. Уверен, вам понравится, особенно в хорошую погоду. Вовремя спустился, дождик пошел. А сейчас уже вот в этой роще можжевеловой.